Первый антинаркотический рейд проходит в советском районе Самары. Он входит в тройку самых неблагополучных в городе. О местах, где можно встретить людей, употребляющих алкоголь и наркотики, сообщили жители района по телефонам горячей линии. Цель у нас такая – в местах концентрации молодежи выявление лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе и употребление наркотических средств, а также нахождение в состоянии наркотическом. Рейд проходит в рамках муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании». В нем принимают участие представители УФСКН, полицейские и волонтеры. Самарские студенты не только проводят профилактическую работу, но и активно борются с рекламой наркотических средств на фасадах домов и заборах. Цель проекта не конкретно закрыть какую-то надпись, мы это сами не делаем, а выработать механизм, в рамках которого управляющая компания или ТСЖ сами будут следить за этим и закрашивать. И в большинстве районов этот механизм работает, и надписи намного меньше, это очень радует. На этот раз нарушителей общественного порядка не встретили. В парках мирно прогуливаются местные жители, пьют лимонад и едят мороженое. В советском районе все спокойно. В течение года в областной столице запланировано провести 5 таких рейдов. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, «События».